Привет, меня зовут Оксана, и я из команды Google. Я хочу рассказать вам, как привязать блог к профилю Google+, и о преимуществах такой привязки. Подключение блога Google+, поможет вам расширить сеть постоянных читателей и привлечь новых читателей с похожими интересами. Сразу после сохранения поста в блоге появится заполненная форма для публикации в Google+. Поделитесь рецензией на последний фильм, который вы видели. И кто знает, быть может, другие киноманы начнут читать ваш блог и делиться постами с другими пользователями. Привязать блог Google+ очень просто. Нажмите на значок шестеренки в панели управления «Блогер» и выберите пункт «Подключение Google+». Ваш профиль «Блогер» будет заменен на публичный профиль в Google+, соответственно объяснению на экране. Подтвердите, что вы прочли информацию, и сохраните изменения. С этого момента ваши блоги будут связаны с профилем Google+, в котором будут отображаться посты и комментарии, опубликованные через «Блогер». Подключите ваш блог Google+, привлекайте новых читателей и общайтесь с пользователями, разделяющими ваши интересы. Все это благодаря интеграции с Blogger. Чтобы получить дальнейшую информацию, пожалуйста, посетите справочный центр.